Всем пятничный привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». Милиция просит гомельчан уничтожать коноплю на своих участках. В противном случае можно нарваться на административку за незаконный посев и выращивание растений или грибов, содержащих наркотические или психотропные вещества. Штраф до 20 базовых. И есть и личный пример. Сотрудники наркоконтроля 1 сентября уничтожили 325 кило конопли на одной из АЗС по улице Химзаводской. В Нидерландах, тех самых пресловутых Нидерландах, хотят запретить фастфуд для борьбы с ожирением, ну или хотя бы существенно сократить его употребление. Короче, с такой инициативой выступили власти сразу 5 крупных городов страны. В перспективе они хотят значительно сократить сеть ресторанов быстрого питания. Но поскольку еда – это личный выбор каждого, полномочий у них для этого нет. Вот и не обратились с такой просьбой. Гомельчанин нашел чужую карту, 3 дня ей расплачивался в магазинах. Конец предсказуем. Карту потеряла одна из гомельчанок, и почему-то ее сразу не заблокировала. В милицию она обратилась только после того, когда со счета пропало более 300 рублей. Как выяснилось, новый хозяин карты, 51-летний гомельчанин, просто пропил эти деньги. Теперь ему светит до 3 лет тюрьмы.